Ребятки, всем привет! У нас сегодня обзор квадрокоптера, но не DJI. Это ваш любимый Xiaomi под брендом Fimi. Модель называется X8 SE ревизии 2020 года. Я полетал на нем пару недель, сравнил работу с DJI Mavic Mini и Mavic Air 2, и сейчас хочу поделиться своими впечатлениями. Впечатлениями человека, который последние 5 лет активно пользуется квадрокоптерами, в частности, квадрокоптерами компании DJI. Сейчас вот, кстати, FPV осваиваю. В общем, я понимаю, о чем буду говорить. Итак, чтобы вы знали сразу, а с техникой Xiaomi надо всегда все знать сразу, цена данного коптера в стандартной комплектации в Украине на момент съемки видео составляет 14 999 гривен. В сравнении, DJI Mavic Mini на момент съемки стоит 13 970 гривен, а DJI Mavic Air 2 29 720 гривен. Поэтому сравниваю я этот Fimi с Mavic Air 2 не для того, чтобы, типа, давайте разберемся, какую модель выбрать, эту или эту. Нет. Просто интересно, что вы получаете за 14 999 гривен и что может квадрокоптер, который стоит в 2 раза дороже. Просто для сравнения. Fimi X8 SE 2020 – классический раскладной квадрокоптер для тех, кто хочет получить максимум возможностей за относительно небольшой бюджет. Как и вся техника Xiaomi, этот коптер можно назвать топ за свои деньги. Но, как и с другой техникой Xiaomi, нужно понимать, что тут есть нюансы, благодаря которым получилось сформировать такую стоимость. Начинаем мы, как всегда, с конструкции и размеров. В сложенном состоянии он достаточно крупный и, естественно, больше Mini, больше Air 2 и уступает размерами только Mavic 2 Pro, который еще больше. Конструкция простая и предполетная подготовка минимальная. Лопасти из коробки идут отдельно, но они легко цепляются и даже во время транспортировки в оригинальном кейсе не требуют снятия. Так что остается только разложить 4 луча, снять защиту подвеса и переходить дальше к подготовке аппаратуры управления. Вот, кстати, мелочи, благодаря которым удалось так снизить цену. Это защита подвеса DJI Mavic Mini. Вот это защита подвеса DJI Mavic Air 2. А вот защита Fimi. Я не говорю сейчас, что это плохо, наоборот, функцию защиты этот материал выполняет. А стоит он точно дешевле пластиковых элементов. Сборка, качество материалов, покраска, все на очень хорошем уровне. Вот честно, внешне абсолютно ничем не уступает качеству сборки DJI. И это объективно. На передних лучах и задней части корпуса находятся очень яркие световые индикаторы, которые обозначают дрон в воздухе и помогают вам визуально определить его ориентацию. Спереди трехосевой механический подвес камеры, который похож на подвесы Mini и Air 2, за исключением того, что тут камера фиксируется только одним пером с одной стороны. Однако на саму стабилизацию, я думаю, это не влияет, так как принцип работы внутренней части подвеса аналогичный. Сбоку находится заглушка, под которой разъем для карт памяти microSD, кнопка перезагрузки, сервисный microUSB порт и рычажок Wi-Fi радиоконтрол. За что отвечает этот рычажок, я, честно говоря, не знаю. Дело в том, что дрон не создает Wi-Fi сеть, им невозможно управлять со смартфона, и все соединение с аппаратурой происходит по радиосигналу. И даже продвинутые пользователи такого квадрокоптера с небезызвестного форума FPDA скинули мне скриншот там, где якобы официальный представитель официально сказал, что этот рычажок действительно ни за что не отвечает. В общем, странная история. Дальше мы переходим к аппаратуре управления. Тут к сборке и материалам у меня тоже вопросов нет, а вот к размерам и форм-фактору есть. Да, это дело привычки, дело вкуса, но это не отменяет того факта, что эта аппаратура больше, чем у конкурентов. Вот пульт от Mini, вот от Air 2, а вот от Fimi. И может показаться сначала, что большой пульт, удобнее, но по факту я скажу честно, мне пульты от DJI нравятся больше. А все потому, что при установке смартфона они не становятся шире, так как смартфон устанавливается сверху или снизу. А тут прям посредине, и аппаратура становится достаточно широкой. С другой стороны, сюда без лишних аксессуаров можно установить даже небольшой планшет или раскладной смартфон. В пульт от Mini или Air 2 Samsung Fold в разложенном состоянии не влазит, а сюда без проблем. Так что если у вас Fold и вы хотите квадрокоптер, то это Fimi. Инфосотка. Сам пульт не перегружен управляющими элементами, и это здорово. Стики управления, рычажок полета и возврата домой, кнопка включения, индикатор батареи, джойстик, который можно настроить под свои задачи, и кнопка автовзлета и посадки. Сзади две тоже настраиваемые клавиши, например, под фото и видеосъемку, подпружиненное колесо наклона камеры и колесо настройки экспозиции. На нижней части microUSB для зарядки и USB для подключения кабеля соединения со смартфоном. В комплекте их, кстати, три. MicroUSB,
Type-C и Lightning. Мне не сильно понравилось то, что при транспортировке каждый раз приходится снимать вот этот кабель. Вроде бы действие несложное, но это занимает какое-то время. И на фоне того, как это реализовано на всех пультах DJI с прокладкой кабеля внутри конструкции самой аппаратуры, вот этот вариант, конечно, кажется не таким выигрышным. Ну и он по факту не такой выигрышный. Но в плане функциональности пульт от Fimi однозначно выигрывает и у Mini, и у Air 2. За счет вот этого настраиваемого джойстика, который вы можете запрограммировать под нужные вам функции, и за счет колесика настройки экспозиции. Это очень удобные штуки, и вот такие настройки, как джойстик и колесико экспозиции, есть у Mavic 2 Pro. То есть DJI тоже так делает, но только в самом топовом своем квадрокоптере. А тут за 15 тысяч вы получаете все удобство управления. И это для тех, кто любит вот все настроить под себя, тут есть где разыграться. Да и в целом расположение всех клавиш и регуляторов максимально логичное и удобное. Сам пульт лежит в руке приятно, за исключением размера. Но это вкусовщина, главное, что он не скользит. Так что молодцы. Для полетов используется приложение Fimi Navi 2020, и оно чертовски похоже на DJI GO 4, но с внешними отличиями, хотя скелет по сути такой же. Данные телеметрии, полетные режимы, количество спутников GPS, батарея, настройки камеры — все стандартно. К слову про настройки камеры. В первых ревизиях этого дрона была недоступна ручная настройка в фоторежиме. Теперь это все работает и в фото, и в видео. Ползунок ISO и выдержки позволяет гибко настроить кадр под текущее освещение и сценарий. То же самое можно делать и в режиме видео. Также для фото можно настроить фоторежим. Тут есть одиночный, HDR, Super Night Mode, таймлапс и панорама. Ниже можно выбрать формат сохранения JPEG или JPEG плюс DNG. Это RAW формат для дальнейшей постобработки. И кстати, буквально пару дней назад прилетело обновление, которое пофиксило сиреневый цвет RAW фоток. Уже все окей. Еще ниже баланс белого, способ замера экспозиции, цветовой профиль. Причем включая плоский F-Log. В настройках видео мы можем выбрать видеорежимы, обычный, HDR или Lapse. Качество видео от 720p 120 кадров в секунду до 4K 30 кадров в секунду. Качество видео, баланс белого, область замера экспозиции, цветовой профиль, опять же включая лог и кодировщик. Есть поддержка H265. Я специально все это перечислил, потому что в этом ценовом сегменте нигде нет таких настроек камеры. И рядом стоящий DJI Mini не может похвастаться таким количеством ручных настроек. Это очень круто. В основных настройках все стандартно для квадрокоптеров такого класса. Можно установить ограничения на скорость, расстояние, высоту, настроить высоту возврата домой, включить спорт-режим, точное приземление на взлетную площадку в авторежиме, если такая имеется, настройки поведения при разрыве связи с аппаратурой. Короче, все, что может понадобиться. Интерфейс реально такой френдли. Вы легко разберетесь, что где, и быстро можете переходить к полетам. У Fimi X8 SE 2020, естественно, есть функция автозлета. Вы просто нажимаете одну кнопку, он сам раскручивает моторы, поднимается, зависает где-то на 1.5 метрах и просто ждет ваших дальнейших указаний. Управляется он очень легко, и действительно с этим разберется и школьник, и какая-нибудь домохозяйка. Главное помнить о том, что на этом квадрокоптере нет датчиков, которые предотвращают столкновения, и нужно летать предельно внимательно, а также обязательно узнать о ваших местных законах касательно использования воздушного пространства. Да, такое есть, и это обязательно нужно соблюдать. И, кстати говоря, еще один интересный момент. У DJI есть так называемые NFZ-зоны, no-fly zone. Это те зоны, в которых квадрокоптер от компании DJI просто программно будет заблокирован и не сможет взлететь. Вот у Fimi эти NFZ, они другие. И в тех местах, там, где не может взлететь DJI, на Fimi у меня получилось летать. Например, стадион Черноморец в Одессе. Тут большая no-fly zone, и я не могу полетать на своем DJI. А вот на Fimi у меня получилось. Но помните, ответственность всегда лежит на вас. И не нарушайте законы использования воздушного пространства, где бы вы ни взлетали. На нижней части дрона имеется ультразвуковой сканер и камера, которая помогает дрону увидеть землю и помочь вам в посадке. Причем, как я уже говорил, этот дрон умеет достаточно точно садиться на взлетные площадки, которые продаются отдельно. Они стоят недорого, но очень удобная штука, потому что, во-первых, при взлете и при посадке у вас не летит пыль во все стороны, во-вторых, вы можете нормально сесть на какой-то газончик, а не скосить пол газона, пока взлетаете или садитесь. Реально классная штука, и если берете квадрокоптер, возьмите себе взлетную площадку, это удобно. Что касается стабильности полета и поведения на ветру, то с моим опытом я уверенно могу сказать, что он очень рядом с Air 2. Mini так не может, просто из-за того,
что у него меньше размеры, и даже небольшой ветер его качает сильнее. Фими достаточно стабилен, и это особенно отражается во время съемки видео. Когда мини уже начинает шататься, и это прям видно на видео, то на Фими все окей. Дальше мы поговорим про фото и видеорежимы, естественно, сравним их с Mavic Mini и Mavic Air 2. Мне понравилось, как фотографирует Фими. Правда, очень хорошие результаты, причем круто то, что можно снимать в RAW с последующей обработкой в Lightroom или каком-то другом редакторе. Ну, теперь давайте сравним. Начинаем мы с обычных фотографий в хорошем освещении. И в целом, и при дальнейшем приближении результат очень схож. В стандартных режимах лучшая детализация, пожалуй, у Mini. Но эта разница очень несущественна и, наверное, может считаться даже погрешностью. Но у Air 2 есть режим 48 мегапикселей, при котором используется вся матрица дрона. Фотография чуть темнее, хотя это тоже авторежим. При приближении видим вполне логичное увеличение резкости на правом снимке. Все справедливо и логично. У Mini фотографии с разрешением 9 мегапикселей, у Fimi, несмотря на заявленные 12, фотографии с разрешением 8 мегапикселей, ну а у Air 2, как я уже говорил, 48. И еще момент. Как я уже говорил, у Fimi есть 4 разных режима цвета фото. Я решил проверить, ну мало ли, не портится ли качество от применения этих фильтров. Вы сейчас видите 4 кадра. Стандарт, Vivid, Black and White и Log. Детализация везде одинаковая, так что если хотите делать сразу что-то поярче или наоборот в плоском профиле, смело можно пользоваться, качество не теряется. Для теста ночных кадров я предварительно сделал их в разных режимах на Fimi и на Air 2, чтобы выбрать лучший алгоритм работы при плохом освещении на каждом дроне. Слева фотография на Fimi в стандартном режиме, справа Super Night Shot, который должен сделать кадр лучше. Так оно и есть, хотя это и достигается путем цифрового сглаживания и агрессивной работы шумоподавления. Но мы будем использовать именно Super Night, потому что в целом результат лучше. У DJI я попробовал 3 возможных режима. Обычный, 48 мегапикселей и Smart. Тут мне больше всего понравился режим 48. В нем фото хоть и немного темнее, но источники света получились незасвеченными. Меньше шума и, естественно, больше деталей. С такой фоткой проще потом работать. Переходим к сравнению 3 коптеров. Ожидаемо для меня Fimi показал самый слабый результат. Хотя в отрыве от DJI в целом для квадрокоптера за такую цену неплохо. Ночной режим пытается спасти ситуацию, но показать лучший результат в этой тройке он не может. Причем, на мой взгляд, тут даже дело не в светосиле, хотя в ней тоже, а в том, что Fimi не хватает детализации. Особенно это видно при очень большом приближении. Fimi и DJI Air 2 умеют снимать панорамы. Mini не умеет. Но разница в том, что Air 2, после того, как вы включаете съемку панорамы, он потом вклеивает ее уже в один файл, и вы можете ее сразу куда-то опубликовать. Fimi так не делает. Он делает пак файлов в отдельных папочках, и вы потом сами клеите эти панорамы. Вы сейчас можете посмотреть, что получилось на DJI Air 2. Эта фотография он сделал сам, он сам их склеил, причем даже есть режим 360, и этот файл воспринимается Facebook как 360 фотографий, и вы сразу можете ее там крутить, вертеть без какого-то дополнительного танца с бубном, а на Fimi все нужно клеить вручную. Я, честно говоря, не особо специалист в этих вопросах, я постарался склеить, но вот искривление объектива я что-то не дотянул как-то. В общем, если вам интересна тема панорам, то в описании есть ссылка на все абсолютно оригиналы фотографий, которые мы вам показываем. Вы можете их скачать, посмотреть поближе и склеить нормально панораму, потому что у меня что-то не совсем получилось. Может, у вас получится. Дальше мы переходим к съемке видео. Напоминаю, что DJI Mavic Mini снимает видео в формате 2.7K максимум, Fimi максимум 4K30, а DJI Air 2 умеет в 4K60. Но для того, чтобы так вот максимально объективно сравнить эти возможности, я на Air 2 поставил 4K30. Ну, сделаем поправочку на то, что он стоит в 2 раза дороже. В дневном режиме в целом везде хорошо, но у Mini не хватает детализации, тут даже спорить не нужно. Ну, 2.7K, как-никак. У Fimi явно лучше детали, но изображение переэкспонировано. Я специально везде снимал в авторежимах, интересно посмотреть, как работает ПО и алгоритмы обработки. В ручном можно было поставить картинку темнее и стало бы лучше. У Air 2, естественно, картинка самая лучшая, но оно и ожидаемо понятно. Что мне еще не понравилось, это наличие у Mavic Mini и Fimi периодическое дребезжание картинки от работы моторов либо от ветра, я не знаю. Такой небольшой эффект желейки, который то есть, то нет. В
целом, если не всматриваться, то заметят сразу далеко не все. Но этот эффект есть, и знайте про него. В ночное время результат тоже интересный. Мини пытался сделать картинку светлее за счет высокой чувствительности, но ему капец тяжело. Фими еще больше осветлил видео, и ему тоже тяжело. Air 2 не поднимал чувствительность, за счет чего картинка кажется темной. Однако при любом постпродакшене не составит труда поднять яркость. Ведь самое опасное — это пересвет. Именно на пересвете выжигается информация с кадра, которую уже не вернуть. Я сейчас про вывески, которые слева и посередине. Они просто нечитаемые. Да, тяжело им при таком освещении. Также Fimi и Air 2 умеют снимать видео в плоском цветовом профиле, в логи и Sign-like D на DJI. Вы сейчас можете посмотреть два примера. Это некрашенное видео. Если вам интересна эта тема, то я тоже рекомендую вам перейти по ссылке в описании, скачать оригинал и попробовать покрасить и понять, в чем же разница между Fimi и Air 2, который стоит в два раза дороже. Кто скачает и покрасит, пишите об этом в комментариях. Теперь давайте поговорим про интеллектуальные режимы на Fimi. Через приложение вы можете запустить различные сценарии полетов, например, облет вокруг точки или спиральный облет с повышением высоты. Настраивается легко, но не совсем удобно, как по мне. Например, для того, чтобы облететь вокруг себя, мне нужно не просто выделить объект, находясь сбоку, а мне нужно зависнуть над объектом, а потом отлететь на нужный радиус, только после чего мы запускаем сценарий. Работает неплохо, но я понимаю, что это можно было реализовать куда удобнее. Хорошо работают всякие дрони-сценарии, когда коптер улетает по диагонали от объекта. Вопросов нет, но это действительно легкий сценарий, который было бы странно, если бы не справился Fimi. Также тут есть разные режимы слежения, которые работают уже не так хорошо. Если объект небольшой и движется быстрее, чем ходьба, например, мотоцикл, то дрон его очень быстро теряет. За человеком, в принципе, летит, но только в режиме свободного слежения Trace. Стоит поставить профайл, то есть параллельное слежение, причем проблема тут даже не в определении объекта, а в том, что дрон не хочет лететь на опережение, и объект выходит с кадра. Причем параллельный режим не работает даже с машиной, он точно так же не успевает и теряет ее. А вот если с машиной включить свободное слежение Trace, то все весьма неплохо, причем я даже начал достаточно сильно ускоряться, и проблем не было. Но стоит вам заехать под него, то догадаться развернуться и поднять камеру Fimi уже не может. Причем, что для сравнения, вот посмотрите, как это делает DJI Mavic Air 2. Даже если объект проезжает под квадрокоптером, он понимает это, разворачивается и поднимает камеру. Да, он стоит в два раза дороже, но я к тому, что эту технологию, в принципе, можно реализовать, и тут нет чего-то такого сверхъестественного. Это реально работает на других дронах. Дальше у нас дальность полета. Я уехал в поле и начал улетать до потери связи. Начали мы с DJI Mini. Запуская его, я не был уверен, что он покажет больше результат, чем Fimi, потому что это дрон не про дальность. Да, он может прилично отдалиться, но явно не составит конкуренцию Fimi и Air 2. Это другой класс устройства. Для точного сравнения, я летел на всех коптерах на высоте около 100 метров, так чтобы это было объективно. Mini улетел на 1449 метров до полного обрыва связи. Работал он на частоте, кстати, 5,8 ГГц. Это важно. Честно, для него это хороший показатель. Да, можно и больше, но вот в этой ситуации, в этом поле, он показал такой результат. Дальше у нас Fimi. Производитель заявляет о дальности до 7 километров, да и многие тесты в интернете говорят о том, что это реальные цифры. У меня он так не полетел, и полный обрыв на этой локации произошел на 2916 метрах, после чего запустился сценарий Return Home. Я считаю даже такой показатель шикарный, как для коптера в эту стоимость. И хочу сразу озвучить, чтобы избежать недопонимания. В данном тесте я не пытаюсь показать максимальную дальность, на которую они способны в идеальных условиях. Я хочу сравнить в одной и той же локации возможности. Именно сравнить. Поэтому искать еще более идеальное место для дальних полетов я не видел смысла. Ну и последний испытуемый Air 2. Я не сомневался, что он покажет лучший результат, но я не думал, что это станет рекордной дальностью полета для меня. Я не фанат вот этих полетов для больших цифр и использую дроны в других целях, поэтому для меня это стало очень большим расстоянием. Он пролетел 5170 метров и начал предупреждать о том, что скоро заряда батареи не хватит для возврата домой. Можно было и лететь еще дальше, как оказалось позже, ветер позволял это сделать. Боковой не мешал полету обратно. Но, как я уже говорил, не люблю рисковать с батареей, поэтому полетел обратно.
Ну и последнее, о чем хотелось бы поговорить, это автономность. На мое удивление, все три коптера показали примерно одинаковые результаты по автономности. С Mini и Fimi вы можете полетать от 25 до 28 минут, а у Air 2 это время чуть-чуть выше, где-то 26-29 минут. То есть, в принципе, плюс-минус они держат одинаково. И я вам хочу сказать, что этого с головой достаточно, это более чем нормальное время для того, чтобы взлететь, выполнить какие-то свои задачи, я не знаю, просто по фану или пофотографировать, или заснять какое-то видео и безопасно вернуться домой. Ну и, естественно, это зависит от огромного количества факторов и от погоды, например, ветра, температура, влажности, от манеры ваших полетов, от включения каких-то автоматических режимов, при которых дрон летает на оптимальной скорости, которая меньше сажает батарею. Короче, очень-очень много факторов, но 25-28 минут на Fimi можно делать легко. Ну и напоследок, хочется сказать пару моментов, которые нужно знать перед покупкой Fimi X8 SE 2020 года. Fimi — это дрон от Xiaomi, поэтому если что-то не работает или работает не так, как надо, например, режим слежения, вполне вероятно, что с обновлениями Xiaomi это исправит. Это реально. Ну, допустим, с теми же RAW-фотографиями, я когда первый раз делал, увидел эту сиреневую вот эту картинку, я не понял, почему, зачем и за что. Но буквально вот за то время, сколько я им пользуюсь, прилетало три обновления, которые исправляли и работу камеры, делали ее лучше, и в том числе пофиксили вот эту шляпу с сиреневым цветом. На сегодняшний день из заявленных функций, по сути, нормально не работает только свободное слежение за мелкими объектами и в целом параллельное слежение. Другие авторежимы работают, и неплохо. Просто нужно помнить, что нет датчиков, и в автоматических режимах нужно сохранять визуальный контакт с коптером, чтобы никуда не влететь. Еще один косяк, который я нашел, это при попытках запустить онлайн-трансляцию на YouTube, которая тоже есть в приложении Fimi Navi, я потерпел фиаско. На iOS вылетает ошибка авторизации приложения, а на Android он стримит поток, причем на правильный сервер, с правильным ключом, все подсасывается с YouTube прекрасно, но YouTube поток не видит, и запустить эту трансляцию просто невозможно. И последнее из неприятного. После покупки вот такого Fimi X8 SE 2020 года обязательно проверьте работу GPS. Все дело в том, что попадаются экземпляры, у которых GPS работает не совсем корректно. И прямо во время полета он отключает GPS и переходит в режим ВПУ. Это визуальное позиционирование. Это может быть опасно, потому что дрон не может понять, где он находится, и он может начать сносить ветром, он не будет знать, куда вернуться домой и так далее. Благо, это все очень легко решается, и такие дроны просто меняются на новые. Поэтому после покупки выходите в поле, и если он ловит у вас меньше 12 спутников, то, скорее всего, у вас есть определенные проблемы с GPS-модулем. Если больше 12, 16, 17, 18, то все окей. И если во время полета ВПУ не кидает, то все окей. Как заключение, после всех этих тестов, Fimi X8 SE 2020 года действительно, на мой взгляд, топ за свои деньги. Он точно интереснее DJI Mini в плане качества фото и видеосъемки, стабильности на ветру и дальности полета. По всем этим параметрам он, конечно, уступает DJI Air 2, с которым мы его сравнивали, но это вполне ожидаемо, учитывая разницу в цене в два раза. Fimi X8 SE ревизии 2020 года очень неплохой квадрокоптер, который точно можно посоветовать тем, кто хочет попробовать себя в аэросъемке и в целом в полетах. Его можно рекомендовать. И всегда помните, самые частые ошибки, которые приводят к крэшам, это ошибки пилота. Никогда не спешите, соблюдайте местные законы, наблюдайте за деревьями и птицами, и тогда все у вас будет хорошо. Ссылка на Fimi, как всегда, находится в описании. Если остались вопросы, задавайте их тоже в комментах внизу под видео. Ставьте лайк, если понравилось, если было полезно. И не забывайте скачивать оригиналы, если заинтересовались. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и яркого настроения. Пока!